Эй, счастье мое, одевайся, валим отсюда в темпе вальса. Походу меняем рисунок на диско, здесь недалеко, здесь близко. Это ничего, что на улице морозно, нас похватится, но будет поздно. Мы уже будем за два квартала, так далеко ты еще не летала. Хлебни из реки молока малость, пока с берегов слежу весь кисель я. И мы идем в бар, глубокая радость, из ресторана пустое веселье. Мы не ляжем спать, пока не утро, пока из динамиков алмазное сутро. Это ли не повод для всеночного бдения? Пусть эта ночь будет днем возрождения. Пусть танцует тот, кто гибок, тот, кто умеет слышать музыку улыбок, тот, у кого за гранью дверь, за дверью грань. И с нами, как обычно, вся рвань. Омойся мертвой водой, верни младость. Пока кручу событий карусель я, едем в деревню, глубокая радость. Из мегаполиса пустое веселье. Капли света и лиц, радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти мирные люди с пушками, со своим святым добром с кулаками. Надо будет купить побольше сладости, чтобы хватило всем на новоселье. Мы будем жить в избушке глубокой радости, покинув отель, пустое веселье. Так давай летим отсюда, крошка, заказывай в любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора. Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я, а дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье, я хочу, чтобы оно было духовным. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Михаил Башаков. Здравствуйте! Очень смелая песня. Мне иногда кажется, что в каких-то текстах ты ходишь по краю, по какому краю. Ну, допустим, затрагиваешь такие темы, и у человека какая-то реакция. Но потом ты раз это заглаживаешь следующим текстом, и потом это все поднимаешь до какого-то, и все выводишь на духовный уровень. То есть, ну, как хорошо то есть, сказано. Может быть, схематично. Спасибо, да. Не, катарсис должен быть. Совершенно верно. Грязь тоже существует в этом мире. Ее много. Много заблуждений. Да? Конечно. Вот. А радости хочется. Чистой, духовной. И глубокой духовной. Да. И сквозь это надо все пройти. И это надо показать. Но многих людей... Бывают ханжи, бывают перфекционисты какие-то. Бывает в любом, даже ну, среди религиозных людей. Ну, бывает слушай. Очень много людей, которые все следят, чтобы это все было правильно, что вот это нельзя. Вот. А Господь – это любовь. А Господь – это свобода. Свобода, конечно, в отсутствии греха. Вот самая высокая свобода. Но нам ее здесь, на земле, не достичь. Может быть, на том свете. Ну, если вот ставить себе такую задачу, что все-таки получать наслаждение от радости и веселья духовного, угу. То есть вот я даже специально узнавал, есть ли такой термин «духовное веселье». Угу. Оказывается, есть такой термин. И что все-таки, когда радуется душа, когда мы не... Ну, не, скажем так, вот наше веселье не связано с там, наслаждениями, как бы плотскими, там, я не знаю, любыми вообще. Там. И
мы получаем какую-то такую очень тонкую информацию. И очень, ну, мне кажется, что это свидетельство того, что мы на правильном пути, если мы получаем эту информацию. Вообще есть заповедь блаженства, которую Господь нам оставил. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. То есть радоваться надо. Вот тебе дана жизнь, и радуйся. А мы превращаем какой-то кошмар. И видно, как люди превращают кошмар, и ты подключаешься к этому кошмару, и все в кошмаре каком-то. И люди забывают, что вот что такое счастье, это сейчас есть. Вот счастье. Сейчас есть. Вот оно сейчас. Вот мы с тобой записываем эту передачу. Это и есть счастье. Согласен. Потому что это сейчас. И нам... Я однажды, знаешь, это... Так, притронул к такой мысли, что во время нашей передачи происходит минимум греха. То есть мы немножко от повседневного греха отдыхаем. От суеты, да? Да. Мы подключаемся, тем более мы находимся на территории Лавры, телеканал «Союз». Смотрят нас православные, духовные люди. И я думаю, что мы обращаемся с тобой сейчас к таким людям, которые думают, мыслят, молятся, к живым людям. Я очень рад, что ты пришел на нашу передачу. В общем, спасибо. Надеюсь, это будет одна из моих лучших передач авторских. И думаю, что не последняя. Вот. Хотелось побольше песен послушать. Вот что еще есть у тебя в запасе для нас, для сегодняшней передачи? Вот есть такая песня у меня, это такой цикл, вот я уже исполнял песни из этого цикла, он такой, под кодовым названием «Русский альбом», ну, русский такой цикл, вот. Я раньше, так сказать, боялся лубочности, вообще боялся всего, и пафоса, и лубочности, там, и все это было... Такие опасения, может быть, я понял, что напрасные потом, потому что если есть содержание, есть какая-то глубина, есть то, что отвечает на насущные вопросы твои, то и сам стиль, и все, никакой пафос весь спадает, и лубочность куда-то уходит. Вот. И есть у меня такая песня, которая называется «Россия». Россия. Россия, да, именно Россия. Сейчас я попробую ее воспроизвести. Облака густые в вышине мешали крестами, подбирали слова с толком, старались, меняли местами. Дожди, слезы выжимали, небеса выкручивали, песни чистые, словно молитвы заучивали. Держали наготове, промывали глотки горькой, видели зарю за каждой младенческой зорькой, серебром морозным искрилась хрип отца. Все от мала за велика, все в одного отца. Ой, гой и сигой, ты теперь другой, я другой. Гой и сигой, назад ни ногой, ты другой, я другой. Так и жили тем, что глубоко на дно положили, падали, валялись, взлетали, клужили. Приговаривали, я несу, несу, тяжелый нос невежа, а притом были радостные, открытые и свежие. Зря вы, что ли, разговоры те разговаривали и расхлебывали, хотя вроде сами не заваривали. Подпевали по ночам нам любы наши Нади Веры, и мечтали мы мечту, нарочно не зная меры. Ой, люли-люли, теперь потуже затянули, то ли песню, то ли поясок, слышен голосок, люли-люли, а теперь люблю ли. Люли-люли, а теперь люблю ли? Не мешали нам летать никакие понятия. Мы бежали друг к другу, открывая объятия. День за днем разгоняя небылицы. Жить спешили, умея не торопиться. Бью поклоны неуклонно, на все стороны крещусь. Я, ты найди меня, Господь, и сам стараюсь, ищусь я. Все еще, возможно, не напрасные усилия. Мир не мил, так мира мало мне без тебя, Россия. Ой, теперь идет навстречу свора. Не отличишь честного отвора. Идет свора, слышен бой. Ты свой или не свой, ты скорее усвой. Свой или не свой, ты скорее усвой. Все
Все бельё теперь сквозь сито просея. Все еще с тобою, родная Россия. Хорошо мне жить, нищая бассея. Ох, какой бы ни был твоей полосея. Утром мое сердце в лазурной рассея. Улыбается мне тающий месяц косея. Снова вспыхивает дикой зарей румянец. Для тебя моя любовь, этот последний, этот смертельный танец. Напророчь пробой нам, добрая, братец Илья, что мы знали о тебе вековая идиллия, чтобы выстроить дворец, да что ж за дворец, а? Да такой дворец, чтоб всем в нем согреться. От Марии, Иваны, Варвары, Василия. Ах, не что-нибудь веселое, но чтоб без насилия. Ох, как бабушка будила переростка дитяти. Просыпайся, бездельник, вылезай из кровати, просыпайся, бездельник. Теперь все ленточки, ленточки, агенты и агенточки, дубинки и щиты, все от нищеты, дубинки и щиты, все от нищеты, все от нищеты, все ленточки. Гой си гой, назад не ногой, ты другой, я другой, ты другой, я другой, гой си гой, люли люли, а теперь люблю ли? Вопрос такой, спасибо, вопрос такой. Тебе не кажется, что ты иногда юродствуешь? Немножко так, чуть-чуть. Ты вообще слышал такое, что такое юродство там, ну, на Руси у нас, допустим? Мне кажется, что это должен делать каждый, кто занимается искусством. В определенном смысле он это делает. Иначе мыслить, да, как бы... Выйти из этого стереотипа, шаблона, заставить через это посмотреть. Допустим, я видел, когда увидел впервые Петра Мамонова, мы с Сашей Башлачевым, значит, сидели под лестницей на горбушке. Мы, значит, нас милиционеры там гоняли, мы прокрались, через окно залезли и попали на концерт самого, значит, звук ему там. И вот, а я не был готов. И вот вдруг из-за сцены... Выходит такой парализованный человек и катит кубик такой громадный, детский, пластиковый, не знаю, там, выше его ростом. И выкатывает на сцену, и начинает такие какие-то вещи завывать, сумасшедшие, в общем, что-то причитать. Я никак не мог понять, в чем его искусство. А потом-то понял, что это мы, что это я. Вот я с этим кубиком, со своим... Вот я, это я, это мое, это вот я... Это моя игра, это моя игрушка. И вот я вот весь такой вот. И Петр Мамонов, он заставляет посмотреть, как бы, на себя. Он показывает зеркало, как бы. Я видел это в его концертах неоднократно. То спишь, то не спишь. Вот. Но у тебя, нет, ты, конечно, другой. Но вот так я чувствую, иногда так юродство есть. Тоже это же надо понимать. В словосочетаниях. Какой-то подачи и в игре слов такое, и, немножко, да, такое. Ну, представляете, да. Как это происходит? И мне кажется, что ты иногда действительно ходишь по краю. То, есть что, такой замечательный. Это может какой-нибудь человек неправильно понять. Абсолютно точно. И я уверен, такое в этом было? Конечно, много раз. А что ты имел в виду там, допустим? Да, ты да, что вот, же вот ты это... имел в виду? У меня такая есть песня. Гой еси. Что да. Это гой такой? На что ты намекаешь вообще? Ну, допустим, для примера. Я понимаю, да. Я сразу вспомнил замечательный фильм «Карнавальная ночь». Да. И там два клоуна. Здравствуй, Бим! Здравствуй, Боб! Что ты плачешь? От меня ушла жена. Так, подождите, товарищи. Вас же можно неправильно... Именно так и говорилось там. Mm-hmm. То есть, товарищи, вот что вы хотели сказать этим? Вы хотели сказать, что
Очень есть несознательные люди, которые бросают своих жен. Да. Ну так выйдите и скажите по-человечески. По-человечески. Что вы тут... Представление значит, устроили. Да. Мне кажется, что это такая... Это элемент игры. Угу. Если он отсутствует, то, в принципе, скучно. Игра расковывает ум. Она вот не дает... И самое главное... Она очень близка к радости, к смеху. Смех разрушает закостенелости, какие-то вот такие уставшие формы человеческие. Вот вроде бы все правильно, но скучно неимоверно. Mm-hmm. Правда же? Да, да. И нужно это встряхнуть. Вот поэтому есть такое понятие литературное такое, трикстер. Вот, трикстеризм. Трикстер – это тот, который смеется, который рушит вот смехом карточные домики. Вот. Мне кажется, что вот для меня это очень важно, потому что... Ты, значит, Миша трикстерит. Миша трикстерит, это звучит как фамилия и имя. Что-то с трактором связано. Да-да-да. Тракторист. Вот, тракторист. Ну, мне кажется, что это очень важный элемент. Если я не буду играть... Я не буду жить, веселиться. Тут игра, духовно. Игру бисер вспомнил. Тоже. Да. Ну, это уже к этому не относится. Ну, да, это все так, это интересно, интересно, интересно. Давай, у меня, значит, есть предложение. Так, так. У меня есть одна песня про одного молодого человека. И, значит, он застрял в городе Бологое. Наверное, знаешь такую станцию? Конечно. Это что за остановка? Бологое или Поповка? А с платформы говорят, это город Ленинград. Вот. И он застрял в этом городе. Это, Бологое – это между. Состояние между. Вот многие люди находятся в этом промежуточном состоянии. Между телом и душой, между небом и землей. Между собой и не собой. В общем, такое промежуточное состояние. Я такое сделал шуточную. Еще в годы, когда я был, значит, в рок-клубе, такой шуточный блюз я придумал о молодом человеке, который застрял в городе Бологое. В этом состоянии. И я надеюсь, ты мне поможешь, потому что да, тебе это близко. Бологое. Москвой, Бологое. Станция такая. Все знают. Бологое, но не Поповка. Завтра брошу эти песни. Да и сам я где-то между. Да и сам я где-то между. Да и сам где-то между, между небом и землей, Бологое. Станция такая. Ни Дибуны, ни Имская. Завтра выйду на зарядку, стану добрым и большим, как мой друг Мишка. Миша, соло. Москва, Санкт-Петербург.
отправляется от платформы номер 4. Провожающие, прошу выйти из вагона. Провожающие, прошу выйти из вагона. Балагоя. Ох уж это балагоя. Кода. Такое у меня был. Что-то мне это все напомнило. Промежуточное состояние. Состояние жизни. Между небом и землей. И как каждый мы... У меня мать, мама моя пела все время, между небом и землей поросенок рылся. И нечаянно хвостом к небу прицепился. Такое пела песенку. Хорошо. Веселая песенка. Очень хорошо. И мне это запомнилось на всю жизнь. Но вот когда было решением в сторону Москвы двинуть или в сторону Петербурга, я все-таки поехал в Питер. Прошел здесь школу. И на тебя смотрю, ты тоже школу прошел. Не просто же, да, все? И скорбей, и радости, удач, неудач, конечно, падений. И так вот без скорби невозможно же. И Царство Небесное невозможно достичь без скорби. Вот. Но одно радует, что у Бога мы все живы. Вот. И связь существует. И знаешь что? Вот я сегодня вот как раз на могиле Григория Войнера, знаете, какая мысль пришла? Он просто нас опередил. Он ушел туда раньше. Просто, понимаешь, он уже там, а мы еще здесь. Нам еще столько здесь это... Как мой внук Егор говорит, дедушка, зачем, давай умрем сразу. Зачем мучиться? Образование надо получать, работать, жениться там. Все, это, говорит, давай лучше сразу умрем. Я ему когда о рае рассказал, что в раю бывает. Говорит, зачем мы здесь вообще живем? Да сразу умрем. Вот, такое наивное вот бывает у детей вера, понимаешь? Мне кажется, музыкантам, таким творческим людям, они очень близко к небу и уходят пораньше туда, чтобы опередить нас. Да, интересно. Над, как там было сказано, над разумом есть мудрость. Над мудростью есть премудрость. А над премудростью святая простота. Ну, это смешно, но это не смешно на самом деле. Да. А в русский поговор говорит, простота хуже воровства. Но это уже не святая простота. Это не святая простота. Есть святая простота. Вот святой простоты – это вот блаженные только. Вот я как раз... Ну, вот есть юродивые ради Христа, а есть юродивые ради ста. Да. Два вида юродивых. Вот я сегодня в Клавре подхожу и вижу юродивых ради ста. Ну вот. Они собирают там раз, в магазинчик. Вот, но все равно. Ради ста. Я понял сейчас. Ради ста. Ради ста человек. Ради ста. Ста рублей. Я понял. Да. Все. Вот. Ну, еще песню. Еще чтобы песня. Пока есть время. Такая песня есть у меня. «Светлый день» называется. И потоки зеленых трав, и деревьев чудной закал, и тепло нетронутых скал, то, что каждый искал. Столкновение высоких ветров, мычание священных коров, увлечение дикой весны, то, что нам доверяли сны. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Вот плюется гитара звуками странной игры и срывает какой-то чудак глупой души дары.
Мы нашли удивительный сплав тяготения земных чудес. Ах, как нам повезло, что это не зло. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Ртутный уровень страха упал, мы прокляли этот накал. Никто не кричит ярче брызни, все ищут жизни. Тема дня исчерпала себя, повернувшись тупым концом. Никто не лечит правду горячим свинцом. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Пусть прошлое будет прошлым, оно не станет пошлым. Мы не начнем с конца, и удача не станет иначе. Но нам друг у друга спросить, как мы могли допустить, что на нас состоялась какая-то тень. А нам нужен просто светлый день. 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 Здесь обычно я говорю такой спич, который стал уже частью песни. Я говорю, я хочу пожелать вам много светлых дней, которые совершенно не зависят от погоды, которые зависят только от нашего внутреннего свечения. Добывайте руду радости где-то там внутри и светитесь изнутри, чтобы каждый день имел возможность быть светлым. Спасибо. Ну, я думаю, на этой ноте закончим передачу. Да, жалко, спасибо, что она такая была короткая, пролетело время. Боже, всем помощи, благословений. И с нами был Михаил Башаков. Очень спасибо, Миша, большое, спасибо, что пришел. Поделился своим состоянием души, своим сокровенным. Вот, надеюсь, еще... С большим удовольствием. Спасибо. До свидания. Спасибо, Господи. До свидания.